Всем добрый день. Будем говорить о том, как влияет радость на повседневную нашу жизнь. Существует много разных видов радости. И понятие от четырех безмерных есть также одна из этих качеств, одно из этих качеств, которое называют безмерная радость. Перечисляя четыре безмерных качества, мы имеем в виду безмерная равностность, безмерное сострадание, безмерная доброта и безмерная радость. Когда мы начинаем молитву обращения к прибежищу, к трем драгоценности, то в этот момент мы также порождаем четыре безмерных качества. Любое дело, к примеру, если мы совершаем простирание или же обращение к объектам прибежища, мы все это совершаем через зарождение четырех безмерных качеств. Прежде чем порождать такое качество, как безмерная радость, мы должны установить основу в виде безмерного равностного отношения ко всем. Обычно у нас нет равностного отношения к другим. Мы часто делим на своих и чужих. К своим мы испытываем какие-то теплые чувства. К другим же мы имеем пренебрежительные отношения или же нет никаких вот этих теплых чувств. Поэтому мы должны вот зародить такое качество, как одинаковое отношение ко всем. Мы не можем утверждать, что все те люди, которые считаются нашими близкими людьми, родственниками или же друзьями, они будут оставаться ими же до конца своей жизни, потому что в этом нет никакой определенности.
Также мы не можем сказать, что наши враги или те люди, которых мы не любим, они не будут являться нашими врагами все время, потому что есть понятие непостоянства. И в силу этого все изменяется, друзья становятся врагами, враги становятся друзьями, поэтому нет никакой определенности. Примеру может случиться такое, что друг, который в данный момент является нашим другом, может даже в этом году или в следующем, в силу каких-то определенных ситуаций, он может изменить свои отношения к нам. Также мы можем изменить свои отношения к нему, и наша дружба может закончиться. Ani terindo ina ndo lo talo do ani che so su ge ne be trobo le to yem ba ina ya an kar so so teri ne che so su en chi marga sa de so su jao yeng ge ani ten de ji ba ina ya lo ju ma ani che trobo cha ne an le to ko so su ngo ne ta ne be ha jang nya ni we ten de trobo cha ro ya ge ani ne dan ji yong go ars cha za ga ngan zu ji ra sho la cha ba cha ya da ja sho la de wa cha ya de pi ene mi yur to nge ba yo mar sa ti cha na sam da ina ane ngazu chese chese tu su chadang lo kya de ene be zawe chen ene nor ku yores. Иногда бывает, что враг нынешний, он может стать нашим другом спустя какое-то время. Мы можем стать очень хорошими друзьями. И в отношении объектов, которые являются близкими к нам, а также в отношении тех, кто является нашими врагами, нету никакой определенности в силу изменчивости. Я шоучи не шебайна, ане намба санги бе жунгун рода шебайна, ане ганзу чи кангалу ане бе чи кева хама, намсу ане бе сосу юги цинди ги манан жанг сосу нен чанюя. Цин хама да шима янда ане бе тюзу ги кябарчи мадо, цинди ги манан жа сосу ла цива кянюа, кангалу ане бе чаним жи ла таку уйора сетенре янца, ане ганзу шоучи ла чаба чаяда, шоучи ла дама чаяди, ане джигио мара сичазати. С буддийской точки зрения, если мы будем рассматривать ситуацию более глубже, считается, что все живые существа, они в прошлом были добры по отношению к нам. Так же, как родители этой жизни проявляют свою доброту, заботу о нас, то другие, они также в прошлом проявляли свою заботу о нас. Поэтому разница лишь во времени, а в самой доброте, в объеме заботы все являются равными. Чеза тенде янза ани ганзу чаньем га самло даянте ани даньем цеме лайта тамбуди ани бе ганзу жирца роутре жиржан лачик шердан маргивада ани тенде ги жирца роутре ани даньем цеме да чао рес. И прежде чем зарождать чувство доброты в отношении других, мы должны создать основу для подобного чувства. А это основа как раз является равностное отношение. Ане ты маленький, где-то ты не ни баде, ни бе чамбатцеме. Кажется, ты за сунже там же, ни бе чих. Дева ты денроче на самом самло. Вот тенде же лангу за Конго уйорс. Та тенде ле тюгюн да ни бе лангу за самло дане. Ане тенде ге че самло ке ге тавши че го уорс. Когда у нас уже имеется равностное отношение, следующий этап – порождение доброты, то есть безмерной доброты. Это означает желание, чтобы все были счастливы и имели причины счастья. Если смотреть на ситуацию шире, то от того, что все будут счастливы, то мы и сами ощутим это счастье, так как если наше окружение, то место, где мы живем, и те люди, которые населяют его, будут испытывать счастье,
то это будет отражаться и на нас самих благоприятно. Помимо этого, живые существа, они страдают. Какие бы ни были люди, животные и другие создания, они все испытывают страдания. И поэтому мы должны порождать следующее чувство, которое называется безмерное страдание. Когда мы видим, что страдают другие, мы должны постараться представить, что эти страдания испытываем мы сами. И это даст возможность понять, насколько тяжело другим. И у нас породится именно желание, чтобы другие существа перестали страдать, избавились от этих страданий. Чеза, та тени ини жютела, та тесо шопса. Анти жютела ганзо гаватсами. Гаватсами лайде ганре реседи замба, ани сунжен пиги тиги ини чиги деваде денда йона, кола чи ганзо ин чигден кече масуна дейки лончу пасум цоба ябуджи йова ина. Та кадуйна мэнжэ наасамби самба. Ани ди кадуйна бе кола ябу йороче наасамби самлоте ини комьяти цо чаворес. И четвертое безмерное качество – это безмерная радость. Это когда мы видим, что все испытывают какое-то благоприятное ощущение от того, что у них все в достатке, все благополучно. Мы порождаем мысли о том, чтобы они никогда не расставались с этим счастьем, чтобы они всегда пребывали с ним. И мы радуемся этому. Вот ты тусы небе, таним цеме да тусы, гуэти тэдэн рева чунца йоэнца тусы ре. Тэнэ янца, ане ганзу дана джужи дэла гава чина кани пэнгар лаэ дэ кэчэ дэ юнди цамба. Ане ганзу гава цеме росам дайна. Ане таги гэн кунду шива нэ жанге. Ане ганзу читанги эне пиги ме жанда чи эне бе сусу раншо рвуда сусу рома инке ме жанда чи чик ягу ча юнди цамба. Гюнэ лончу ина ре чик топ коса ина ре чик кандар пиги дэла ягу чи юнди цамба ганзу. И поскольку тема лекции «Благотворное влияние радости», то как раз мы заговорили о таком качестве, как безмерная радость, и невозможно говорить о ней, не включая понятие других качеств безмерных, это равностности, страдания, любви. Нужно понимать, что когда у нас отсутствует сорадование тому, что другие испытывают счастье и прочее, то у нас может породиться такое негативное опорчение, как зависть. Анчи капте кяя, тендеги джэнсэм шокчи юнгуре. Сусу ли ням о, тендеги имба ина, ане тила анебе сусу ингаргир чая. Чэцага нганзу анебе кочик тунчо чая да, тендеги анебе та нганзу ингаргия дин джэнсэм чагдо тирик да, ан мангу шивчи нганзу бе цамоло чуньи ка анебе йодэ бачирэс. К примеру, если другой человек находится выше положением, лучше, чем мы сами, то у нас появляется чувство зависти, желание, чтобы у него все было плохо, желание, чтобы он
его благополучие пришло в упадок. Если же человек находится в равностном отношении с нами, то мы пытаемся всячески уязвить его. Если же кто-то находится ниже, чем мы сами, то у нас появляется чувство гордыни, превосходства над другим, желание подавить его. Таги ини ми енга дзе гаватсеме се ане гаватсеме пиги теле ане сосу бе ма ина тва ина ане сосу нямба ина ане гардия да чадо ане бе тунчун жи тем маркия чини хорана чи йоши ина ре ане бе лончо каре на пузун соба дембати дембати ла ане сосу гаватки ина ане енга дзе ганги чан ина ане бе яку юэнди енга дзе самду дан ина ане бе хаку твэ чи юнго рес. И вот порождение вот зависти, там, гордыни, оно не делает нас счастливыми. То есть мы сами, как становимся несчастными, также приносим проблемы другому человеку, он становится несчастным. В итоге это не несет никакой пользы ни нам самим, ни другим. Если же мы будем лишь сорадоваться благополучию других, то это, наоборот, сделает нас самих счастливыми. Пена ане сусу ле тоа жила ане бе че чадо дау че на пенто че ео маре. Каен се на ане пеги ганзу па чадо че на сур ранженга ян кое чадо че ада сусу ле ти ноленки я че ранженга юнго рес. Если у нас есть зависть к тому, кто лучше нас, то в этом нет никакой пользы, потому что в ответ мы будем получать то же самое, что человек он будет стараться ответить нам на нашу вот вот зависть на наше стремление, чтобы уязвить его. Чезага тенея за ани чи чадог нимбо, ани чи тани гаватсами да чадог нимбо цуру да сунгуаре. Тенея за ани чи пеги тела ани чи дева йоше пасо соба деге канри чи вена ти чи йоба де сусу сем гани. Ани тела чадог мача че тея гаватчи айена. Ani pigi gi ni be ti yonke de soso la ya ranjeng ga bu cha yong re soso chang bu cha yong re tele de ni soso la ji phang do ma bu yong ha ji ranjeng ga yong re se tin de yin za ani ngon ju ji ga wa che go ya de pigi la kha re ya bu ji yong bai na tele ga wa che go ya de soso la tyo ni sam dai na ani ge chang bu ji cha wo re se. Но есть очень много пользы, если мы радуемся добродетели и благополучию другого человека, потому что тот человек, он видит, как мы относимся благоприятно к его положению, он начинает доверять нам. Мы можем найти общий язык с ним и быть более дружественны. В итоге мы имеем сами пользу, и тот человек обретает какую-то радость. Мамбуджи не бе сосула чамбу юня, а не сосула семкиба юня, вот ты ничего не говоришь. Чезака, а не чадо чена, а не ганду чи ментома мамбу юня. Теле тени, а не сосула мргаке мамбу юня. Кандар сосуина, а не бе, чи мецена лола, а не бе, джодан деда, канги тола, а не мечанда мрга юня. Чадо сэти, та шиуджи ганду чи норки юнгу юэти, а не дяча гятама ганду нюэн самдай, а не нюэн чуфту говоришь. И вот эта вот радость, она помогает нам самим, потому что дает возможность найти общий язык, и люди начинают вот стремиться общаться с нами, потому что видят, какое отношение мы испытываем к ним. Если же мы проявляем лишь одну зависть, вот, вот такие разные рода негативные чувства, то это закрывает людей в нашу сторону. Это несет очень много разного рода вот проблем на самом деле. Чеза на жути кола да, а не саму тенго ма саму тани на газу нямле чето яти, не на газу самало каву чаворе. Вони ги тенде нямле чето, тенде самало яву чи тато ина, а не на газу разе рохсон. Та не чи чадо чон аже тела, а не бе вони тани ми на тумбу юя, чамбу юя, ми жандай на цирко тобя. Так не дам могу чинга за то, что сам дай на, он не чинга за то, что не тунтвяч юрес. И если мы будем практиковать
возможность зарождать именно такую радость, то это даст свои плоды. Мы будем всегда находить общий язык с другими, всегда будут отношения дружелюбные с другими. И в этом только есть лишь польза. И поскольку мы говорили о пользе и радости, то как раз это и есть та польза, исходящая из этого качества безмерной радости. Те маленькие ячеданги, та гавала мамуяры, ганзу сенла пенкенга гава. Пена чанжу сенбенямля налола, я ганзу кенда чему, дунгарда чему, де цамба гава гонке джи юнгорес. Помимо этого, существует много других видов радости. К примеру, практики бодхисаттв. Есть понятие, что встречаясь со страданиями, с трудностями, ты должен проявлять радость. Чеза да тюнджиги самлу де кумья йо ин, мара кумтов ина, ане комди йобаджи ене бе, тенде ча ворс. Ти карсена я ганзу тюнджиги самлу тангенге ене бе, мы кашила тенде лорту чимбу йонге, кенде чему де цамба дунгар кюни мянге, а тенде йонгу йо ате ене бе, ганзу туксу тенья йо я, лорги йо ате ене джирес. Есть много историй, когда личности, обладающие особым духом, они, встречая трудности, наоборот, не подавлялись ими, а испытывали радость. Ani karar sekitar mengajar kibu demo tenre cedai na hongu lesa menjebut ane be seru yore. Ane cik kasu korda. Dungar da ane be mengajar cendela cik mandiri bayunya de ane hongu lega menjebut tangdu yore. Setenre yenza ane kuzu ke lojong ke cedang ke nalola mengajar cik kibali ane dungar yunya de ane be gawa gonya tenre ke gawa yungu res. В жизни описания многих мастеров мы можем увидеть примеры, когда они радовались при встрече с трудностями, со страданиями. Они даже говорили, что трудности приносят радость, а хорошая жизнь, она приносит страдания. И почему они так говорили? Потому что читали, если человек встречается с проблемами, с трудностями, то это позволяет ему, приняв их, очистить дурную карму, накопленную прошлым. Если же человек все время находится в хорошем состоянии, если встречает лишь одни блага, то его добродетельная карма, она отчасти истощается. Поэтому у них была радость при встрече со страданиями. Так как в течение многих жизней мы совершали разные действия, то мы имеем запасы как негативной кармы, так и положительной кармы. На этой карте мы говорим. Да, лет, лена, зелена, бачки, я хама саю, я хама хама там, я нерва. Ты не будешь лет, а не бы меба марзина, лет, и не будет небо. И если мы, поскольку обладаем большим количеством негативной кармы, при отсутствии полагания на четыре очистительных силы, мы обязательно встретимся с плодами содеянного. Сейчас я тебе не за, а не чего, а цен дела, а не бы карса горда. А не чего... Та сусула чи думар мабу юня. Канда ганзу ча манри ба юня думар нен на ца ина ре кари ина чи дум. Ане бе не ла соба чи шива ина ре ка ина нене бе сусу тенре думар мабу чи юня ти. Ане ле ган бе нжи бе ча варес. Ти че са га хаши марто ане ти цин де ла мармене ци ши ма ла мангу як не дан чи юнгу варес. Че са ту су самну дэнди цамба цин де ла манша ба ина. Ане ле ган бе нжи бе ду зо ру варес.
Dendi tola samlo dendi zamba ane kashi ene be karsu koda lo jung nyamla yong keta so la ane be semla gawa yung wores. Gawa yung ala dendi dungar de chungur tan tu wores. И карма имеет свойство всегда проявляться, если она имеется в наличии. Если не в этой жизни, то в следующей она себя обязательно проявит. Если же карма проявляет себя в этой жизни, то она истощается, и мы освобождаемся от этого груза. Поэтому мастера прошлого считали, что лучше испытать последствия кармы сразу же, чтобы она не проявляла себя в будущем. Чаза тенде инза ани гадзу ца чи дунгар да кенге чаман риба чебе кавла гадзу семла ани бе кахне да семла дунгар мобу чи юнгу йор. Тенде ла самла дане гадзу та лот коми на ани гавачи тугор. Ани тенде лот тенде лот анбе комне гавачи ки тоба ина гадзу кахне каре че ина мобу чи ани бе ранжен се тугорес. В любом случае, при встрече со страданиями у обычных людей возникает упадок духа. На самом деле, лучше всего это радоваться, понимая, что это идет очищение негативной кармы. Это придаст нам силы, придаст нам силу, возможность спокойно выдержать эти испытания. И в этом есть как бы правильный подход. Мне пенсу чичуге, чинанге небе намтар да лорди тенре налола мабу юрес. Ямба ина я ганзу ги та небе тюзу тунду карсу горда. Не та парча чигдун гуге дунчу гечу на чунге небе лорди тунду чи шуге инс. Чидан гуге? Дунчу, чукчу дунчу, чукчу рам. Даже могу привести один пример. Одна история, произошедшая в 1970-х годах. Те кайсен ане ганзу гома часанги энебе кэмбо. Кона чунса де боро тэнэрэ, гома часа кэмбо рэ. Ане чигдон гуйдя ngabchung агулу ла энебе дямиги энебе цонла цурэс. Был настоятель Гуман Дацана. И в 1959 году получилось так, что его схватили и посадили в китайскую тюрьму. Сам он был выходец из Бурятии. В то время титул кимбо мог носить особый ламах, имеющий самые лучшие познания, духовную силу, реализацию. И когда его поместили в тюрьму, то он был вынужден наравне с другими участвовать в трудовых работах, также совершать грязные какие-то там грязную работу, все то, что делают все остальные заключенные. Нема тагу кенпе кузу шоге не чузу гева не гунда чузу чуга тенде бардула тагу бара ане кузу магми тене не беляга чего уйорес. У них была тяжелая работа, они должны были с 8 утра до 6 вечера под присмотром военных выкапывать огромные валуны и перетаскивать их на далекие расстояния. Ане кунгу карчересена, карна горсена, до чешу, чала чешу да, до чешу, лега кали кашу да, кадуйна, они коранги нынгуюрес. Обычно его заставляли делать самую тяжелую работу, таскать самые тяжелые камни, то есть все, что было самым трудным, доставалось ему. Они кунгу роботы соли, они бе канди сунгуарсена, ганзу они бе дела, они цунганал хуяда, они ганзу денеги чеген бе канги чегуяди, чеданги да кен юре, кабдуку чеги, кен да юре да иная,
Ani nganzu thoma meba ne sa jay le ngambi njebe jirayas. Tende yinza, ani nganzu simji chaya da, ani bi lunchu chaya yaw maras, chini ya pengu maras. O duzu roba duzu la lhapshe gyabras. Я все время говорил своим приближенным или тем, кто был все время с ним, что какая бы трудность ни была в нашей жизни, и вот то, что сейчас мы делаем, это является следствием наших поступков. То, что мы совершали в прошлом, та негативная карма, как раз и проявляет себя в этом. Ani robot itu lah, ani bi cobloh ya, macam tu. Kalau sebab game gaya gila, kejar ramai macam tu. Dungar saya semalam cik sumpah cik resang sangat dungar cie mewaji. Penangga kiu cini, otu si juga res. И поэтому не следует отчаиваться, не следует падать духом. Нужно стойко принимать на себя вот эту вот тяготы. И судя по нему, невозможно было сказать, что он испытывает какие-то муки. Он все время шутил, улыбался, то есть вел себя как обычно. Jadi tenda yang sa, ane, yang korang gini ane bici jelaya ada, kara ini nama robot itu, soala ane bici robot je ada, tenda kandar sem kibu je ane, siu je ane bici, kangen je ane sem gawu je ane, tu kaya orang kami lagi ni, korang tak boleh kaya, ya mar saya lagi, samlo je ane, ane tu susu ni, ane robot itu ane, kenyam tu dia, hajan kibu, kangen mewa, nengah kibu tu, kangen sem tu topshu kaya, o tenda je chongsu sini, tenda nguyuk lori ranges. И когда он беседовал со своими друзьями, сокамерниками во время еды и так далее, он старался приподнять их силу духа. Благодаря его наставлениям, благодаря разговорам с ним, каждый из них смог понять вот эту действительно суть того, что он хотел донести до них. Поэтому они считали, что благодаря ему они стали сильнее духом. Че дунгар там то лане гавакия, то ты читаешь, где не кева маши дан джева его кева маши ги, а нямля грамба же шего арда, читаешь, кара че бы, нанган то кангат че бы кабла, а не дунгар маче бы че, кан то долго сем гутупшу кине, вот тенде че го еде, а не беке чаму чаворес. Из этого следует, что трудности, они должны лишь закалять нас, что мы должны понимать, что это последствия наших дурных деяний. Последствия наших прошлых деяний, прошлых жизней. Поэтому нужно принимать это спокойно и с пониманием этого. Ane telebe ane kasih gudan dagiur kene bici kangen pamat ya, tengah tu rancang gue yang gue res. И встречаясь с трудностями, если мы понимаем их природу и воспринимаем спокойно, то у нас уменьшается даже душевные страдания. Если же мы подавляемся этим, то помимо обычных страданий нам добавляются и душевные муки. Ane ngan tu cedang gue cici mondo ini nare lega ini nare kari ini. Jadi susu semula ganja juga di sana, pergi tujuh deh, ane cik tunjuk dulu je, ane tujuh sedang dah mandang zona je, lewe orang, ane cik angan dulu dah cik mandu baju ini dengar sambutan deh, tujuh tunjuk je, ane rambo je, nawa je, ane angan rancang pamayon deh, dengar jelas, dengar yang sana, ngan tu cedu cie na, tak semu tuju lah nanti kiri, gawal lah nanti kiri, oh dengar jelas, ane ngan tu tunjuk mampu je yang gua res. Еще один пример, когда мы находимся в хорошем положении, расположении духа, то какое бы трудное дело мы ни совершали в течение долгого времени, нам будет казаться, что прошло совсем немного времени, потому что мы не будем замечать его. Если же мы подавлены, если мы делаем что-то без желания, то даже короткий промежуток времени, проведенный в действии, в работе, будет казаться целой вечностью. И это означает, что наше отношение к жизни, то наличие силы духа, радости, оно влияет на все, что мы совершаем. Mm-hmm.
Когда каретчей на небе мамбуди небе сосусемла гаваки гое, та цуте дунган доуюмна гаваки гое, не данч сунгорес, че за тири дечеда, цинхаши да легюмджиге намжадан жердовине кечечи чауорес, тире за ане ти тоне сама дайна гаджу ане семла небе, та на дунгар юнди замба гаваки твое, тире ги не данч юнгуре, тире янза ане чи гаджу семла чи гавати ги небе, та пе халя ги небе дунгар мамбуди сеуорес. Если это обобщить, то делаем вывод, что радость, она является полезным качеством, так как позволяет устранить много страданий в этой жизни. Если мы что-то делаем, имея эту радость, силу духа, то можем справиться с большими трудностями проще. Когда я читаю, где там было, я говорю, когда делал, когда я им посмотрел, ты чего ла смотрел, я не смотрел, я говорю, когда нома читал ворес, а не когда ты сяги, там нам саваж, смотрел, то всю дорогу кине, вот ты не где не бы смотрел, я говорю, когда сяги, там и якшую дорогу читал ворес. Но без наличия радости, если мы встречаем трудности жизни, то они усиливаются тем, что мы начинаем думать об этих страданиях, наше вот сознание оно удручается, и в итоге мы испытываем двойную муку. Часто даже деньги не бьет, а когда гава того, когда спинда уйорела, дизамба не бьет, а гава тела не тягинела, и на чего не бьет, а насыпало уже, красугорда, думала гава тенди юнгорда, тенди когда сетове да ачанчанчи, ты маленький, че деньги, когда гава рума чевати, а не бьет, когда Когда сея да киву юнья да, ане ты кого чаворес, мазу че памала гаваинаре, ане че ене бе сосуге ене бе пуджула гаваинаре, ане ломбала гаваина, харина мазу че ане тенде мамбуже ене отус мазу кого сея да, ане киву юнья ге талам чагюа да мазу юнье чотурес. В итоге, что бы мы ни делали, с чем либо мы не встречались в этой жизни, нам нужно понимать, что имея радость, мы можем справиться с большими проблемами. Если же у нас ее не будет, то очень будет сложно жить. И понятие радости, оно также обширно. Радость в отношении своих близких, то есть это как любовь, в отношении родителей, в отношении своих детей, семьи. Все это позволяет нам пережить множество различных страданий. Я читаю, где Гавана Лола, я... Ngaju chidangi nibe ta gawatel naga mambu yinza yang kashi ngaju tsulmi yishik chabiko nila ne gawa tindri yungore chabiko nila ne gawa yungoro chidangi ndo chak chak tango tindri rwa tindri ki gawa yungoro ta tindri ki nekubla ko pendo yoba yina pula yang ngaju ta karsuko nekubla semki buda tindri yungba yina yang chi mambu bechi yang ndribu yang ko taqtaji nibe tachi duwe ngibas ke yomorwa chaza gawatele anibe yaqbe shok da dube shok mambu jindus. Но также есть разные виды радости, которые вроде бы вначале несут какое-то благо, ощущение, благоприятное ощущение, но в итоге они могут привести к разного рода страданиям. К примеру, вот радость от близости, отношений. Вроде бы человек завел отношения, он радуется, а потом в итоге начинается конфликтная ситуация, и он испытывает проблемы. Честно, да, я бы не дурдуни сейчас, я не могу читать, не какого сосуди не бе лега двое на ре, хамана дева на ре, когда я могу сам начать гана, жизнь там бы карал мини на гана где чокор, чалала мини на гана где чокор, мела мини гана где, морала мини гана где чокор. Честно, я могу читать, сам лагава мамбу жиге, ки как тела, я не могу это. Кивуюан, сем кивуюан, думал тут жену я тенджи юнгу орас, чезага, а на чи гао хоранга чуюнгу чане, вот тенджи рес. И также радость может быть, когда мы обладаем какой-то вещью или приобрели какую-то вещь, к примеру, машину, там, одежду или еще что-то, материальные какие-то блага, мы радуемся. В этот момент, когда мы испытываем эту радость, мы забываем о своих трудностях. Поэтому мы испытываем какое-то вот ощущение счастья. Имба яна я чеза та гава дела нага мабу ярда та таги инеге кунду шива нажага гава якшу лоуды нгазу чионгу яне бе чеда пук кангалола ане кангар сяга тану якшу гава дгарсет замба ане нгазу цеме жи на лола ане бе гава цеме
И так как видов радости большое количество, и не все они обладают огромной силой, если мы будем смотреть, какая радость способна принести нам счастье, достаточно прочное, то как раз мы подойдем к тому моменту, когда говорили о радости безмерной. И вот безмерная радость как раз является той радостью, способной даровать нам ощущение счастья. Оно прочное, оно действительно несет счастье как в начале, так и в конце. Ane karso gorda ta ti gi ngazu lu komyati ne kal khabu yorwa ngazu sui na tambu kal khabu yorwa kale kale kan tu tu kom soi na ngazu ngoni gi ma chama la tende gi samlo ji da kan kala kan sang ga ma chama la ma gi ma phamo che la tende gi samlo ji ki na ta ta gi ga wa chame la de sun je kan ga lo ko la pi gi chi der ki kar yo ina ta ka du no yoro chi na sam be sam ba je ne be ra je ro sum chama lo tende ji Денро чина самбе самлоде кадюна яна гаду чадо хиг мар гарди хиг мар чеза та ати самлоде гаду де гава гаду небе карсо гава чина анебе канга карс сегир сеяде гава ти ти шола анебе карсо канга сег тану яшу ти ти гава ти да тела гаду канту до самло ком гоя ти ан ти чаворс ембе ине та гаду ти шола самлоде ком меинса ани кале хабу юрес ембе ина ко самлоде коме юяжи чаворс Хотя эта радость, она имеет большую силу, сразу же зародить ее очень сложно. Требуется длительное время, потому что мы тренируем свое сознание раз за разом, и в итоге мы способны будем породить подобный вид радости. И это чувство, оно направлено на всех живых существ, в первую очередь. И второе, то, что мы желаем, чтобы каждое существо, люди, другие создания всегда были счастливы, чтобы они не разлучались со своим счастьем. Те блага, которые у них есть, чтобы они всегда были у них. И подобное желание, подобное чувство, оно как раз и является безмерной радостью. Всем спасибо.